Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый. Мы разговариваем о массаже и, как говорится, вводный цикл фактически, как говорится, мы закончили. Дальше пойдут уже более практические применения и с приглашением специалистов, которые именно расскажут это на профессиональной основе. Я все-таки не профессионал, вот, я не медик. Для того, чтобы, как говорится, не делать ошибки, я не буду вдаваться в детали и подробности. Повторюсь, я не специалист в области мануального массажа, потому что это очень серьезное действие. Но в общего массажа, такого бытового, я его всю жизнь практикую, применяю и вам всем советую. Конечно, не всегда все получается, иногда, как говорится, нет даже просто времени и 5 минут, чтобы даже, как говорится, что-то сделать. Но бывают такие моменты, когда, допустим, едешь в том же транспорте, который не за рулем, то можно даже кое-какие и сделать действия. Но вопрос... Как раз я хотел не этот поставить, а вопрос то, что некоторые люди спрашивают, а как быть, вот если есть такие вот, как, допустим, медовый массаж, можно ли делать медовый массаж? Ну там их, вот этих вот мелких разновидностей очень много. Там и на маслах массажи, скрабы всевозможные, там очень много массажей, которые, как говорится, являются как дополнением к общему массажу. Значит, я вам так скажу, медовый массаж это, ну, не сам массаж, это, как говорится, дополнение к массажу, потому что мед, что он делает? Он раскрывает поры. Он, как говорится, лечит скольжение для рук. Тем более, когда вот если вы попробуете делать медовый массаж в бане, вы вообще не будете ощущать его руками. Потому что при температуре уже 40 градусов он становится как водичка в бане, соединяясь тем более с потом. Мед очень хорошо раскрывает поры, он начинает замещать те вещества, которые растворены в поте и которые есть в порах, и, как говорится, насыщать тело, насыщать кожу полезными веществами, поэтому медовый массаж очень даже хорошо и очень даже делать полезно. Не только медовый массаж, но даже медовое обертывание и скрабы с медом, там мед с солью применяется, и там еще с различными еще пилинговыми вкраплениями. Это все позволяет, как говорится, ну, улучшить в целом процедуру и той же бани, и вообще процедуру очищения, процедуру массажа. Мед очень хорошо. За маленьким но. У некоторой части населения к меду есть аллергия. Значит, вот это не забывайте. Потому что часто может человек на это не обратить внимания. Сделал медовый массаж в бане, как говорится, получил какое-то раздражение или даже ухудшение состояния. Человек говорит, что баня ему не пошла. Сначала разберитесь со всеми элементами, которые вы применяете. Можно ли вам это делать? Идет ли вам, как говорится, мед? Или, как некоторые делают, кофейный массаж с молотом там кофе, сваренного кофе, там очень много различных вариантов. Я не сторонник, как говорится, всем это советовать, потому что все это нужно попробовать не один раз. Бывает такое, что вот медовый массаж на моей практике проскакивал, как говорится, 1-2 раза, на третий раз происходила резкая реакция организма. Сильнейшая крапивница, которую, как говорится, потом приходилось глушить серьезными антиаллергическими средствами.
Поэтому, чтобы не было таких вот неуправляемых процессов реакции организма, вначале разберитесь, что вашему организму можно. Можно мед, делайте медовый массаж. Я не против. Я только за. Вы тоже, когда это попробуете, тоже получите массу удовольствия. Но, как говорится, осторожно. Так что медовый массаж делать можно, нужно, делайте.